Найкс обью. Во, пошло, пошло. Найкса, Найкса затушил. Есть. Дал. Есть. Его сейчас затушил. Но они, типа, плохо себя вели в 2022 году. И поэтому, ребятки, надо наказывать. Опа. Хорош. Красиво, ребятки. Но это на вставочку. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видосик рубрики «А что если?». И, конечно же, это у нас новогодний фановый видосик. Друзья, поздравляю всех с Новым годом, с 2023 годом. 2022 был тяжелый, да, для многих. Для меня тоже он был тяжелый. Я надеюсь, что все вы справились с этим годом и готовы встречать 23-й просто вот так, тах-тах-тах, и все. Друзья, пожелаю всем счастья, любви, добра, конечно же, настроения. И каждому, кто имеет какую-то мечту, чтобы она, как говорится, сбылась. Но не забывайте, для того, чтобы чего-то достигнуть, для того, чтобы мечта сбылась, нужно над ней работать. Не просто сидеть на диване и, конечно же, мечтать о ней, а что-то делать. Как это делаю я, как делают многие. И, конечно же, хочу, чтобы вы замотивировались этой темой и начали двигаться в 23-м году намного серьезнее, чем двигались в 22-м. Если у вас есть какая-то серьезная задача. Друзья, это, конечно же, все офигенно, но также у нас сегодня, как я уже говорил ранее, фановый видосик. Он посвящен у нас, конечно же, уходу 22-го и приходу 23-го года. Сегодня у нас будет Дедушка Мороз в главной роли, друзья. И, конечно же, мы будем тушить эти каточки с подписчиками и посмотрим на их реакцию, посмотрим, что напишут, что будет интересным или нет. Мне это также, этот видосик помогут делать ребята. И спасибо всем, конечно, кто поддерживает в целом мое творчество. Друзья, тянуть давайте, наверное, таки не буду. Поздравил вас с Новым годом, пожелал вам счастья, любви, добра, всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, приступаем к новому видосику рубрики «А что если?». Поехали, друзья! Ну что ж, ребятки, касаемо правил данного видоса, чтобы вы понимали, этот видос будет немного не таким, какие у меня видосы обычно бывают, этот видос будет немного читерным, потому что я заспавню вот этого Рошана, Рошан у нас в облике Деда Мороза, и буду играть на Дедушке Морозе. И что я буду делать? У меня будет в контроле Фурион. Фурион будет доставлять хилочки по всей карте, то есть это будут как подарочки. Образно я буду летать вот сюда, здесь скидывать фласку и улетаю обратно. При этом пишу ребятам, что фласочка уже где-то в рандомном месте, ребята будут находить, продавать и так получать небольшое количество золота. Это первый момент. Второй момент. Я не могу никого фурионом убивать, и фуриона моего также не могут убивать. Следующий момент. Я могу всех убивать на Рошане, и также Рошана могут убивать. Могут убивать моих тиммейтов, и все в этом, как говорится, в этой теме. Ну и, конечно же, эту катку нужно обязательно выиграть и прописать немножко читов. Также мы можем. Но, кстати, катка будет интересная, я думаю. Дедом Морозом не каждый день же, ребятки, играют. В принципе, поэтому все, правил больше нет. Битва без правил. Рошан против пятерых героев. Поехали. Всех, во-первых, приветствую в этом сегодняшнем видосе. Друзья, мне сегодня видос будут помогать мои подписчики. Нимбл, ты тут? Да. Вот, Нимбл помогать будет. Потом будет помогать Абдушка. Здорово. Язер, ты тут? Да, всем здорово. Вот, эти ребятки сегодня будут участвовать в поздравлении, так сказать, вот этом новогоднем видосике, ребят. Как вы поняли, у нас сегодня Рошан будет выносить, но не сразу. Правила вы уже, в принципе, все знаете, поэтому давайте просто наслаждаться этим процессом. Ребятки, по лайнингам разберитесь. Чё, как, по миду у нас пойдет, наверное, инвокер, огр на топе, да? Так, висп внизу и магнус внизу. Так, огра соло оставляете, да? Хорошо. Да, он постоял. Хорошо, погнали, короче, на руну. А, по кайфу. Хорошо. Да-да-да, он будет подспамливать. Главное, чтобы никто не заподозрил, что можно кое-что прописать. Кое-что прописать. Но мы, как говорится, парни, ребятки простые. Рошан ожидает у нас пока что. Ждет у нас Дед Мороз. На самом деле, не Рошан, это сегодня Дед Мороз у нас в студии. Сегодня мы будем разносить. Ребята там закупились по-серьезки. Но мы сейчас на этом, на руне, давайте подеремся, да, нормально сделаем. Так, курочка. Хорошо. Курочка. Хорошо. Так, ребята, поделитесь.
настроением? Вообще, есть какое-нибудь у вас настроение по поводу того, что сейчас будет происходить? Мне кажется, разнос будет вообще. Будет забавно. Забавно будет. Поэтому, так, ну, в принципе, ребята там на серьезке полностью закупились. Кстати, против нас также играют подписчики. Это очень-очень хорошо, потому что, знаете что? Потому что подписчики — это прекрасно. Ребятки, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и, конечно же, оставлять свой добрый комментарий. Это рубрика «А что если Новый год», как говорится, сегодня у нас. Вы знаете, я знаю это, как говорится, там это. Вы любите рубрику «А что если», поэтому... Ребятки, газуем. Слушайте, ну я внизу вас немного по стилю экспириенса, да? Немножко. Хорошо. Вам главное, в принципе, задача — это проэкспиться, да? Я могу себе под шумочек... Хотя нет, не буду, наверное, прописывать. Но я не буду его бить, типа, я ж не могу бить на Фурионе. По правилам не могу на Фурионе бить. А вот крепочков постоять, полосхитить я могу. Хорошо. Ну, мне типа второй левел, я уйду в этот лес. Дайте там крипов побью под шумок. На шестом левеле я выйду. Так, хорошо. Я уйду отсюда. Так, мне чуть-чуть там буквально два крипа, я в лесочек ухожу. И буду раскачивать там второй. Чтобы можно было. Че, вайпер там тяжело душит, да, вайпер в меду? Чуть позже помогу. У меня там на меду стоит Дед Мороз, ожидает подарки предъявлять. Будем, наверное, спрашивать у врагов, типа, а чё вы там этот, как говорится, хорошо себя вели в прошлом году? Так, ребята решили ЕСа размять. Все, пацаны, я понаблюдал тут наблюдание, вот эти, знаете, подглядывание. Внизу происходит подглядывание, так, Магнус заходит, обходит Висп у нас, тизерится, начинается драка, ЕС пытается откидываться фиссурой. Ой-ой-ой, опасно, уходит что ли или нет? О, забирает просто. Но кто там забирает кого? Ага, Магнус забирает. Как ты посмел? Как Фурион говорит? Как он посмел, да, и поехал. Хорошо. Так, ну я лесочек колочу. Запутать всех хочу. Я до шестого левела буду лесочек колотить. Вы же знаете, да, что раскачивать? Да. Вы осведомлены. Так, Магнус двойку. Висп 1-3. Вокер тоже прокачивается по чуть-чуть. Вокеру чуть-чуть левела будем поднасыпать. Кстати, инвокер же может тупо ВВ, ну, ВВ и Е качать. Тупо. Да, чисто. По кайфу. Там, если что, не парься. Пару раз там сфидишь вайперу, мы все равно, если что, тебе чуть-чуть подшаманим. Загонишь свою тачку в наше ателье, немного левелов поднимем тебя, братан. Как говорится, застрял в 2005-м. Немного тебе поднимем. Ты кто? Уходи отсюда. Андрей Крипа идет стилить. Как он посмел! Давай, йоу, вайпер на одном хп ушел почти. Ай, жалька, жалька. Так, ну, ЕС, кстати, забыл, что меня убивать, да, нельзя? Да, надо ему это... Надо ему ответочку. Тушите. Но вы тоже можете под шумок подфидить, пацаны, чтобы новогоднее настроение передайте немножко. Чуть-чуть совсем новогоднего настроения дайте пацанам. Напиши, лагай, ты умирай. Сори, сейчас крипа еще заберет у меня. А, нет, не забрал, рак. Так, все, я буду раскачивать. Бара побежал. Это же Сардор побежал. О, это так мило. Кабанчик, который бежит. Надо их подпидеть, чтобы у них шмотки появились. Шмотки, да. Было бы круто, неплохо. Но еще главное, актуальность Рошана не потерять, понимаешь? Чтобы там не было такого, что там шматье нереальное, да, уже, а Рошан уже ничего не может сделать. Не Рошан, а Дед Мороз, извините. Давай, на 10-й минуте. Давайте, ребятки, по таймингу 10-я минута и начнем по чуть. Ты что, прописал левела себе? Я прописал 6-й, у меня 10-й, но у меня вопрос, как он меня увидел. Ну, он... Этот, вот этот я зря сделал. После... Я стакал. Я стакал. Хорош, прокатит, интересно? Нет, вообще нет. Как будто бы. Почему у меня не апнулся шестой, а десятый сразу? Ты ошибся. Так, давай вот это не мороси, да? Теперь иди пофить ему.
для успокоения. Там, не знаю. Да не, выйди, маны нету, я просто. Я пишу. Ой, хорош. Ты сделай вид, что ты дурачок, правильно? Вот самое главное, когда ты умный человек, сделай вид, что ты дурачок. В самый нужный момент. Во, красава, красава, бро. Хорош. Хорош. Ой, типа лагаешь, да? Красава, бро. Нифига вас, вайпер. Еее. Раки. Рки. Ой. Так, давайте вот это читы, не читы, вот это не надо, пацаны. Все, хорошо, играем. Все, нормально, нормально. Запутали врагов. Они не знают, что будет происходить далее. Ребятки, на 10-й минуте работаем. Я думаю, левел вы проапаете. Огур у нас уже 5-й. У него Bloodlust 2-ечку. Виспуля у нас 1, 3. И Магнус у нас... Если что, Магнус можно прописать. Там один левелочек по лесу бежишь, один левелочек прописал. Так, а я, наверное, начну фласочки раскидывать, ребятки. Левел пишете? Правда, 10-й минимум там пишется. 10-й минимум? Нет, ты знаешь, как прибавляй? Вот так, по одному прибавляй, вот так. Так, один дается. Минус ЛВЛ. А, я, короче, на... А, он плюс дается, походу. Минус ЛВЛ просто, и все. Мне, короче, прибавилось 6. Хорошо, ну, короче, качайтесь, пацаны. Ребята, с Новым годом. Начинаю фласки по карте в рандомных местах ложить. 4, 5. Начнем с 5 фласочек. Первая фласочка улетит у нас сюда, в магазик. Погнали. Хорошо. Первую фласку оставил. Первая партия оставлена. Хорошо. Есть. Первый подарочек есть у нас уже, ребят. Там, по-моему, бара на мид побежал, если не ошибаюсь. Нет, нет. А, на топ, походу, да? Да, на топ побежал. Так, ну Огур у нас подфидонит немножко. Красава, бро! Найкс вышел с леса. Каково будет его удивление, когда Рошан выйдет с леса? Ой-ой-ой. Ой, красава. Смотри, что делают они. Сунстрайк. Ай, чуть-чуть не попав. Ай, Огур еще живой. Хорошо, разменчик пошел. Животнич не знает, теряется. Что делать? Куда бежать? Хочу к маме. Домой. Так, ну душат его, душат. Ой, хорош. Красава, бро. Загнали бычка обратно в стойло. Красава, бро. Вардики, да, надо, не забывай про варды. Варды must have здесь. Так, ну что, ребят, сейчас у меня откатится. Давайте сейчас я, наверное, крипочка заберу тут вот этого большого. И еще партию фласочек откину. Так, вот это телепортируем. Ребята, всех с Новым годом. Новая партия хилок. Оставлю в рандомном месте. Не бей, лагает. Ай, ай, не бей. А он бьет специально, да? Вот Криса, а. Так, погнали, я в лес, пацаны. Рандомное место, лагает же. Хорош, так, есть фласочки в рандомном месте, оставил. Ой, Найксу, прям Найксу привез, поняли, да? Красава, бро, тебе сегодня повезло, с Новым годом! С Новым годом, брат! Ласки приехали! Так, меня не убивайте, я доставщик пиццы. Я хочу пиццы. Ой, все, есть. Правда, золото кончается. Там по 5 ласточек кидаешь нормально. Или на 15-й начнем. Давайте на 15-й, ребят, не на 10-й. Чуть-чуть потянем. Рошан стоит на миду, ожидает своего выхода. Хорошо. Спасибо, Хэн Мороз. Нет, брат, ты еще не знаешь всего секрета данного видоса, да? Красава, бро. Че, о, иншолкер пришел. Ладно, кушай. Боб-то? Так, ты не сфить там на мидере. Почуть апайся там, левел, почуть. Ну, в смысле, не прописывай, а так, ну. Вайпера там можешь убить разочек, чтобы... А то он охренел, типа такой, 4-0, я тащу, знаешь. Чуть-чуть приземлите его на земельку. Можно минус кик просто сделать ему. Да, смело. Смело, не надо, пацаны, пожалуйста. Он не поймет, что за хрень. Хорош, бро. Так, ну у меня 5-й левел. Кто там по лесу, а? Животнич побежал. На мид, походу, да? Так, 400 золота есть у меня. Еще пофармим. Давай, давай, давай. А у тебя... О, доски вернет его сейчас, чуть-чуть протащит. Ой, надо было его прям на сунстрайке подтащить.
Фига да. Тащит на вайпере. Ой, он еще сейчас и тебя заберет. Ой, еще виспа убили. Не, ну скоро нужно будет, походу, звать дедушку. Будем звать Дедушка Мороз. Все рядом с елочкой встанем. И будем звать Дедушку Мороза, да? Вот так вот. Будем ритуал совершать, пацаны. Будем. Всех позову. Так, пацаны, нужно вайпера убивать. Вы что там, расслабились? Разочек-то надо убить. А, ну ладно. А, ну ладно. Такой, ну типа, а, ну ладно. Хорошо, раз. Мне шестой левел открыть. Кабу можно прописать? Я мидас хочу. Так, ну вот это вот уже читерство, да? Не-не, ты пиши через... не надо голд писать. Да-да, я буду. Ой, извини, дорогой. Салам. Сейчас шестой левел апну. А, я забыл, что ты не можешь драться. Да, я не могу убивать. Это потому, что у нас есть козырь в рукаве. Так, десятое. Так, вы что там по левелам прокачались чуть-чуть, да? Одиннадцатый. Все, в принципе, можно по чуть уже, ребят, начинать. Сейчас я шестой левел доапаю. Мне нужно открыть ультимейт, чтобы я по карте варны ну, не было варных. И можно начинать. А то на Икс там уже армлет, да, бара. Ой, хорош. Ой, почти. Все, есть шестой левел. Ребят, в принципе, если хотите... Если хотите, можно начинать. 11. Давайте еще резнуть пойдем. И сначала нужно сделать ритуал. Это подойти к новогодней елочке. Поблагодарить за то, что, как говорится, Новый год, Дед Мороз подарки, да? Ребята, с Новым годом! Новая партия хилочек скоро будет. Так, не уходите с базы, все придите на базу. На базу. ТП, Огр, срочно. Срочно на базу. И вокруг елочки будем хоровод делать. И вызовем Рошана. Так, на миду инвокер, да? Хорошо, ждем 40 секунд. Сейчас, я тогда слетаю с хилочки оставлю. 4 хилочки им хватит. Вот сюда. Не, ну надо спрятать как-то. Вот сюда. Рандомное место. Вот так вот сделаю, в кемпик запрячу. Оп. Хорошо, все, делаю телепорт. Огр, вот сюда встань. Встань вот сюда. Он не дискорде, сейчас. Да, стой. Вокруг елки паровод надо сделать. Вокер, ресница, его. Так, я в принципе готов. Ребятки, готов. Сейчас начнем делать свои вещи, ребятки. То, ради чего здесь мы сегодня прекрасно собрались, как говорится. Ну что, готовы, ребята? Ставим хороводную, конечно же, песенку. Какую-нибудь новогоднюю. И погнали по кругу. По часовой стрелочке, ребятки. Вызываем Рошана, давайте все вместе. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Дедушка Мороз. Выходи, Дед Мороз. Дедушка Мороз. О, и он появляется. Кто позвал меня? Вот он я. Какой, смотри, большой. Ну и, конечно же, начинается самое веселое. Ребята, можно начинать пробафывать. Бладласты. Го! О! Кто мои тропилы украл? Верните тропилы. Ну что, ребята, погнали. По чуть-чуть, немножко разомнем, ребят. Дед Мороз уже заряжен. Дед Мороз готов. Можно двигаться. Спросим у ребят. А вы... Ребята. А вы хорошо вели себя в 2022-м? Давайте сейчас немножко заинтригуем. Спросим у ребят, хорошо ли они себя вели? Нет, да. Так, тогда Дед Мороз вас покарает, если не извинитесь перед дедом. Опа, пошло, пошло, ребят, начинаем, висп, цепляйся, поехало. Дед Мороз карать пошел. Поехало, опа, пошло. О, ты мои подарки украл. Кто здесь был плохим мальчиком в 2022 году? Кто был плохим мальчиком? Вот этот Найкс был плохим мальчиком. А ну пошел отсюда. Я Дед Мороз. Дед Мороз злой. А ну стой, извращенец. Мне Бладласт нужен, товарищ Огр. Это ты без эмпауэра, меня убили сразу. Бладласт мне нужен. Огр не дает Бладласт. Ладно. Наконец-то. Ой.
Хотите увидеть драку бомжей, ребят? Драка бомжей на мусорке. Туши его! Этот Дед Мороз был не такой, как... О! О, дядя! У, подожди! Я стараюсь отменять, как могу, дядь. Так, я вайпер оттушу, пацаны. Давайте мне все кнопочки. Поехало, поехало дело. Хорошо. Эти ребята были плохими в прошлом году. Были плохими. Эх, мне бы сейчас алакрити. Меня сейчас походу... О, меня сейчас расконтрят тут, походу, вайпер, да? Ну, ладно, немножко походим влево-вправо. Деда Мороза тушат, пацаны. Огур даст Bloodlust, будет по кайфу. Три. Поехало. И поехал. Ух, не достал клепчиком. Неудобный этот бинт. Он, знаете, на L, короче. Вот этого сейчас затушим. Пошло дело. Пинно его. Он, короче, подарки. Подарки. Блин, как же неудобно-то. Я могу на фуре ультануть. Да, надо на фуре ультануть, кстати. Опа. Так, ну меня тут толпой тушат, пацаны. Ух, надо уходить. Мне нужна ваша помощь, ребят. Магнус. Магнус залетел. Ребят, надо вместе собираться и пытаться их тушить. Я пойду. Надо вместе. Можешь попробовать, ты бадбафл. Да там нет, дамаги-то нету. Нужно все бафы, ребят. Алакрити, висп там. И поехало. И нужно начинать их овнить. Слышишь, даггер есть у Магнуса? Пропиши даггер себе. И поехало. Хорошо. Ребята себя плохо вели, поэтому Дед Мороз будет сейчас наказывать. Хорошо. Так, я тут. Ну-ка, кто у нас тут есть? Ребята, нам нужны все здесь игроки. Собирайтесь и поехало. Мид колотить. Я дал ТП-шечку. Можем разваливаться. Хорошо. Погнали. А драка начинается, медовелок. Да. Да, и когда драка начнется, то кинешь алакрити. А так пока кайфуем. О, можно алакрити давать. Пошло. ЕС сейчас быстро уничтожу. Опа, плохо себя вел. Вайпера тушу. Тушу вайпера. Нет. Блин, как же этот винтра руинит. Винтра руинит. Так, висп не может ко мне зацепиться, да? А, жесть. Я не могу вайпера пробить, блин. Вайпера пробить не могу. Все, убегай. Что за фигня? Почему мы проигрываем? Дед Мороз, тащи! Дед Мороз, тащи! Много нафидели, пацанам. Да, не, ну сейчас будем тогда по читловелапра прописывать эти шмоточки. Так, кушат Рошана. Пацани, не туши! Сейчас Деда Мороза затушат. Походу, эта миссия елка провалена, ребят. Жесть. Соберитесь, пацаны, сейчас вместе просто. Пропишите себе чуть-чуть левелов. Висп есть. Так, окей, фура ультану. Так. Так, есть Роша, некстовый готов. Отойдите и перебазируемся давайте. Так, инвокер. Инвокер, можете чуть-чуть голды себе, ребятки, можете чуть-чуть попрописывать, чтобы начинать подтушивать. Немножко надо было раньше, на 10-й минуте начинать прессинговать, там герои сильные. Герои сильные. О-о-о, хорош, не лагай, дядя. Хорошо. Так, инвокер. Упает, короче, дальше. Так, где наш? Вот он. Хорошо. Так, ну меня забафали. Огр. Три, дай. Огр. По КД ползу. Он не кидает. Да? Кинь. Кинул. Эффекта, я же смотрю, эффекта нету. Я могу Рошана? Так, есть. Давайте Т-шку побьем, наверное, в миду, попробуем. Там, короче, я сейчас попробую этот. Знаете, что делать, ребят? Наверное, надо будет... Я постараюсь как-то к вам ближе. Я просто вайпера пытаюсь слить. Я тавр бить не могу, я ребят. Я могу вайперу битерка кинуть, надо? У меня герой тавр не бьет. Ломайте сами. А как мы закончим без тебя?
Ну закончите на инвокере. Но я просто, я буду как это такая, знаете. Но если честно, я не знал, что можно это. Нету демеджа по товарам. Да, ломаем мид просто. Хорош. Короче, Дед Мороз в любом случае обязан просто must have сломать вот эту вещь. Ребятки, варианта вообще никакого нету тут. Дед Мороз. Сейчас на базу, наверное, пойдем, да? Давайте сломаем тэшку. Я пошел пешком, у меня ни телепортов, ничего нету. Не работает, ни кликабель. А я могу кликать проектировать все? А, кстати, мы можем полететь, да? Хорошо. Отпускай, я тут. Уходим. Приехали. Если б я еще статус фейзов имел, вообще круто было. О, можно зацепить? Давай зацепим. Эх. На руне сейчас драка будет, да? Так. Я иду. Умирает у нас. Я рядом. Рядом. Давайте вместе соберемся. И нужно подтушивать, начинать их. Нужно драку хорошую. Они, блин, жесть, как дерутся там хорошо. Мы ничего не можем сделать. Можете там по левелочку прописать. Язер себе там аккуратненько. Аккуратненько. По шмоточке. Бара, злой бара толкается. Там вайпер 10-1 там. На самом деле винтра очень сильно руинит. Я не могу вдамаживаться нормально. И Найкс сейчас будет тушить. У меня Шарашан вообще первого левела. Жесть. Как? А ты не можешь его апнуть? Нет, он не апается. А, кстати, зачем все фармить? Да, ну да. Да, кстати, зачем? Я просто стою на автоатаке, хреначе. Нормально. Так, ну чё, бафаемся. Вон там ЕСа можно прибить. Я так думаю. Так, Висп тут рядом, да? Го МСа. Хорошо. Я тебе, короче, вон на спавлю. Вон, фармит. И... Шел, да. Че, го в пятером? По низу, наверное. Погнали по низу. Давай. По низу. Меня забафали, в принципе. Мне главное, если я лакерти получу, я могу нормально раздамажить. Хорошо. Дед Мороз, который пинается. Так, надо вот так ультануть сейчас. Вон, кто в спину идет, да, кто-то? Пара. Ладно. Готэшку. Я постараюсь поближе к вам, ребят, чтобы на то, как-то мы распличиваемся, не растягивайтесь. Давайте в спину развернемся, да? Погнали драться. Инвокер вон там сейчас начнет. Там торнадо, ЕМП, Бластикович. Погнали. Эх, не зацепил настоящего. Убей клонов, чтобы я мог дагер дать. Да, давай. Идет, кто там, Бара, да? Бару если... Ну нет, нам надо пушить, ребят. Пушить надо. Там зря, мы там не цепляем ничем. Вот тут бы сейчас РПшку какую-нибудь. У меня есть, в принципе, бафы все, можно РП поставить хорошие. Давай. Тебя нет. Да, у меня КД дагер был, я не успел прописать. Нормально, нормально. Ты если что, говори, что там как. Я так. Под тебя хочу приютить просто. Ну тогда надо на Огра забайтить, Огр пробафается. Вон бара идет. Есть, давай. Бару принимаем. Тыщ, пошло. Бара плохо себя вел в этом году. Опа. Я вайпера потушу, ребят. РПшку. Опять меня, да? Так, подожди. Я контроль потерял. Тушу. Я Найкса бью. Во, пошло. Дал. Найкса затушил. Есть. Дал. Есть. Его сейчас затушу. Но они, типа... Давай. Плохо себя вели в 2022 году. И поэтому, ребятки, надо наказывать. Вот этого бы еще зацепить было бы круто. О, дай, зацеплю. О, ребят, ну мне оставляйте хотя бы там на триплкил. По красоте. Опа. Хорош. Красиво, ребятки. Ну это на вставочку, да? Так, ломать я не могу, так что ломайте. Дед Мороз, который смотрит. Ой, жесть. Плохо. Вели себя. В 2022. Так, ну что, фласочки им начинаю кидать. Новые фласки. Уже по лесу. Раскидал. Хорошо. Так, хорошо, погнали. Раз, два, три, четыре, пять.
Оп. Где новая партия? Джонни, где? Джонни, где этот, да? Так, что, вы сломаете тэшку или нет? Так, я скидываю фласочки, раз ультануть надо. Окей. Не забываем про фласочки, а то файты идут, и, короче, про фласки забыл. Совсем. Надо ребятам раскидать. Че, собираемся вместе и продолжаем, ребят? Так, ну, инвокера потушили, да? Давайте кооперируйтесь, пацаны, вместе. Бегу. Вместе кооперируйтесь. Там виспу, скорее всего, ГГ, да? Я очень далеко. Привяжись. А, нет, все, ГГ. Я очень далеко, но я иду только. Вот я только здесь, я только подошел. Ох ты, ох ты. Дай ему кокс на кокс. Да, не, он стану сейчас. Да, да, книга. Я буду этого, вентру тушить. Тушу вентру. Баш, я пожалуйста. Не могу, не забашил. Блин, МС не хватает таки. Ой, хорош. У нас топ ломают. Давайте тэшку внизу. А, тэшку внизу доломали, да? Я сейчас могу телепортироваться. Да, погнали на топ. Книга там есть, хорошо. А, я нет. Оторвался, да? А, нет. Все, хорошо. Хорошо. Тащи вот этого Деда Мороза. Блин, забавно все-таки он фигачит. Эй, вот это скроллы кто открыл? Нет. Сейчас забаню. А чё ты, встал? А, это клон. Я бью. Зачем вы этот? Менюшку не палите, скролл, вы с этот... 283 просто тревела себе пропиши, все. Если надо. Минус итем, пробел 283. Вот это не палите, скроллы, не скроллы, вот это все. Нам нужно закончить эту игру. Откуда у меня деньги на второй? Хорошо. Че, давайте на топе драку. Найкс там молнию купил. Хорошо. Я всю карту завардил, но все равно их не видно. Ты варды бесплатные, да, у тебя что-то? Так, нужно новую пачку, ребятки. Новая пачка. Так. Блин, жалко, я тэшки не могу ломать. Это такое себе. Типортно. Хорошо. Так, ну я здесь, погнали тушить. Опа, пошло. Есть один. Следующих бы сейчас зацепить. Эх. Я барабан дам и уйду. Погнали, пацаны, вот так. Барочка. Куда бежишь, друг? Оп, пошло. Дед Мороз наказывает за то, что в 2022 плохо себя вел. Ох, какая дамага пошла. Огр застанил его просто. Погнали сюда. Так, есть. Я там раскидал плацки. Еще раз скидываем. Вот сюда в магазик слетаю, скину. Оп, есть. На телепорте уйду. Отлично. Не догадались все еще. А. Ну это ж хорошо. Правильно? Это хорошо. Я не знаю, как я не догадаюсь, поедем. Я не знаю тоже. Не догадайся, с любом. Я бы 25-й бегал там. Так, ЕС идет, ребят, бахать. Я кажется, к нему. Я сейчас его затушу. Ох, пошло, пошло. Ногой его! Ногой его! Пах, пах, пах. Смотрите, сейчас курсу хочет дать. Я пытаюсь отменять, как могу. Ой, я вообще туда задергал специально. Так, у нас низ там пушится, я тпхнусь фурионом, отпушу. Тпхнусь, отпушу. Давайте я тут сломаю. О, смотри, там этот тушит. Вайпер. Есть чем зацепить его? Если я РП дам, будет подозрительно. Да ставь, пофиг. Давай, 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 давай. Обдушка. Хорош, типа там рефрешер. Пошел дэмэдж. Не-не, нормально, нормально. Туши! Есть! Давай его. Вот этих пацанов, если бы зацепить, бы еще было бы офигенно. Вайпер байбэкнулся. Так, вы что там дальше продолжили? Давай, давай, иду, иду. Вентру тушить, иду. Ох, алакрити, пошел. Колдснап и алакрити — это смерть, просто не знаю. А, прикинь. О, лайфстиллеры тут. А, меня... Убивают. Там Найкс, да, сзади был. Так, ладно, я отойду, если меня отпустят. Я пытаюсь уйти.
Хорошо. Жесть. Так, на меня вряд ли отпустят. Че, давайте драться тогда, что делать? У тебя РП есть, если что, ты в курсе? Найк, кстати, по-моему, отхиливается от меня. А почему так, кстати? Я не знаю. Считаешь? Возможно. Он меня ударял и жесть как отхиливался. Так, ну короче, надо вместе ты собираться, пацаны. Убиваешь как Азы же убиваешь, а не как Ашан. Да. Так, ну я, наверное, не убегу тут уже. Меня, наверное, затушат. Вайпер не отпустит тут. Погодите. Может, короче, Фуриону ТП дать и закрыть его в спрутах. Ну типа да, это же разрешено. А у меня только не ну, раскачивается. Да, Хотешь ТП-шка есть. Я понимаю, делаю. Да. О, давай, давай, давай. Так. У Рахтана ТП-шка есть. А он не юз, не юзабельный. Дедона спас. Дед спасает деда. Хорошо, миссия выполнима. Отлично. Это, кстати, тоже как бы не запрещено, да? Не бей деда. Дед старый. Старый маразматик. Хорошо. Хорошо. Но МС, если честно, Рошана не хватает. Же есть. Так, ребятки. Просто голду лучше пропиши и собери, если не уверен. Да, я да, точно да. Не помню. И все. Можете почуть это, левел там, Октарин, да, у инвокера уже. Там чуть голду лучше пишите и все. Нет, подождите, слишком много голды не пишите, если они убьют, с вас много дропнут. Да, кстати, тоже есть такой прикол. Я сейчас покупаю даггеры, продаю их. Давайте, надо затушить, пацаны, Дед Мороз уже жаждет крови. Жаждет бахните, крови. Дед Мороз, бахните. Вот хорош. МС вообще почти нету у него. Да, надо мид почуть толкать. Да уже можно, в принципе, этот, начинать его. Подпушивать даже. А, нам нет. Нужна драка. Такая, чтобы... Я уже, в принципе, не дамажу Рошаном. В начале только самый кайф, это в начале дамажить им. По-другому никак. Сейчас у меня есть Владимирка, у тебя отхил есть. Да. Вы толпой не стойте, инвокер сзади пусть стоит. Чоп, куда пойдем? Так, я не сдефну этим Фурионом. Так. Надо по миду как бы, чтобы их стянуть. Да. Вот просто цепан, винтра очень много грязи сделает. Даже на нее РПхнуть один раз, рефрешнуться. Вот, вот этого пацана можем? О, хорош, красава, бро. Я встань, правда? Давай. О, пошло дело. Винтра. Винтру надо затушить. Санстрайк под ногу ему. Хорош, пойдет. Ой, винтру, хорош. Пойдет. Ультану. Так. Сейчас на базу сходим фуриончиком. Так, ребятки, мид ломаем. В спине кто-то. Вайпер. Тушит огра. Сейчас поможи сделаем. Вот этот настоящий, по-моему, ближний. Вон тот вот. Убегает. Да, я поймал. Хорош. Тушу. Избиваю. Жесть, он так разогнался, как будто, да? Шейкера, вижу. Пошло дело. Есть подцеп. Стой! Блин, контроль нужен, хекс нужен. Затушил. У нас топ падает, пацаны. Топ падает. Ломайте мид. Мид ломайте. Если что, топ не беда. Жалко, я не могу ломать. Ты пахнешь на базу, Висп? Они не сломали барак. Да, сломали они, но тут надо... Тушу. Ух, пошло дело. Бедный бара. Ничего не сделал. Вон гуля уходит на крипе. Зря ты меня с собой взял, если честно. Я поймаю, слышите? Я поймал гулю. Гулю, да мы далеко. Я очень далеко. Хорош. Так, есть. Так, ща. Он чисто маленький гуля убегает. Так, ну что, тогда я давайте низ. Мид. А мид так и не сломали вы, да? Тут... Я могу пойти сломать нагло, если хочешь. Не, нагло да не получится, наверное, там Найкс еще. Хотя их двое. Я подойду сейчас с Рошаном тоже. Засыпай кнопки там. Я фуриончиком тут просто фласочки готов раскидывать. Я все никак не соберусь. Хорошо.
Так, вот сделаю. Так, новые фласочки. С Новым годом. С Новым годом. Новые фласки. Уже на карте. И раз. Оставляем. Пошли, где мой тут геройчик? Вот он стоит. Доломать надо, ребятки. Сломаете в наглую? Там есть, смотрите. Ну, я... Жалко, я не могу тэшки ломать почему-то. О, спине вайпер. Я иду, чем-то постараюсь помочь. Очень долго иду, я без бафов вообще. Лэпнуть не могу даже. Вот это настоящий бью. Я не попал, я себе попал. Винтрубы затушить. Ой, хорош. Красава, бро. Так, животничье затушить бы. Стой. Блин, он МС еще, кстати, дает всем, да? Да, всем. Пойдет, пойдет. Давайте мид. О-о-о, в спине, Найкс. О-о-о, в спине Найкс. Хорошо. Давай тушить Найкс. Опа, дедушка Моро. Видел, как отхиливается? Как он отхиливается так? Туши. Считается, как будто крип обычный, понял? Так, новые плацочки нужно. Есть. Он за тычку так, отхилился, как отстал. Мид сломать надо, ребят. Опа. А, он визит. Опа. Дал хек. Хорош. Вот. Красава, бро. Красава, бро. Новые. С новым годом. Сносим, нам топ сносим. Я деф на фурой. Деф на фурой. Так, если что, там драка, зовите. Давайте пушить, я потанчу. Я потанчу. Жесть. Это какая-то катка такая, знаете, лютая получается. Что там, деретесь, что ли? Еса тушите. А, ты танчишь? Да, я танкую тут. Знаешь, ты бить не можешь, стоишь. Вот это тупо, да, на самом деле. Не знаю почему. Это какая-то, знаете, ну, недоигровочка получается. У меня герой еще начинает отходить. Я еще на базе тут дефаюсь. Многозадачность пошла. Такой бей тавра, а он такой, нет. Не, он не хочет бить, он же Дед Мороз. Ох, сейчас бы меня под бафами бы. Я винтру, хочу винтру. О, сейчас бы меня забафать. О, забафали, да? Бей. Сейчас бы, чуть-чуть бы раньше, да? Пошло дело. Стой. Давай. Не могу. Понял, не могу, короче, у меня герой начал, я не домикрываю. Жесть, я прохапал, пацаны. Дедушка Мороз. 140 урона, когда вы меня забафываете полностью, вообще жесть, как наяриваю. Наяриваю, это страшно. А, ну ты умер, короче. А я тебя не могу хилить, пошли на босс. Пойдем, да не, он почуть хилится, у него же хп тут 6000. Хорош, оставляй меня, наверное. Хотя нет, поехали. Будем тушить. Сейчас меня забафают, там затушим. Обороняем елку. Опа. Ты шо, дядя? Так, в миду вайпер, да? Бегу. Дядь, ну подожди. Вот мне нужно как-то подходить, знаешь, не хватает. Я заметил. Хорошо. Пошел, пинаю ногами его. Очень плотно, не могу, не пробиваю вообще, жесть. Очень плотно. Пойдем. Замедлил. О, хекс, пошло. Иду тушить. Ногой его. Поджопника дал. Чисто поджопника. Так, ну чё, предлагаю по топу идти, ребят. Давайте заресторим все. Ману все. О, маны нет, говорит, минус рефреш написал ему. Кто-то или сам написал. Маны нет, говорит. Красава, бро. Хорош. Вы сейчас в шоке, откуда маны? Погнали вот так, пацаны. Блин, вообще желательно бы... Честно, у нас как-то этот, на самом деле, исполнение немного подхрамывает. Не успеваем мы никак. Надо РПшку красиво поставить. И так, знаете, под бафами вот, прям так продамажить. Так, ну у меня, если так, что, кнопки есть. РП в одного. Утащил. Детекшена нет. Неплохо. Так, вот этого хочу, вот этого. О, пошло. Запинал. У нас топ ломается, пацаны. Курион тут дефит, если что. А чё ты его бьёшь? Тебе нельзя его бить? Я его не бью, я дефаю. Хорош.
Тушу. Вайпера тушу. Хорош. Подожди, я их видел. Дай. Оп, хорошо. Тушу Найкса. Ой, подала крити 130 урона хаосом. Подожди, дай ударю. Хорош. Их не могу через фиссур пройти. Блин, нам бы такое, что-нибудь красивенькое тут. Затушить. Но у них там уже этот шарик падает, ребятки. Шарик падает. Если честно, знаете, ну на самом деле даже было не то что фаново, а даже немного потненько. Я ребятам и фласки кидал, ну и мы, конечно, тоже читерили немножко. Ну и с Новым годом, пацаны. Эк, ты зачем ты хп прописал? А, елка чисто зарисована. Я уже думал, все, ГГ будет сейчас. Как фулл трон. Ой, давайте под троном, короче. Под троном рампагу, ребятки. Скрываем карту. Рефрешьте трон. Под троном рампагу надо сделать. Так, я умер. Рефрешим трон. Как он ресторится, да? Что за фигня? Вообще жесть, они не выкуривают. Сейчас они появятся все. Да, давайте появятся. И если что, можешь на рефрешах там, короче, на вставочку надо сделать. Рефреш. Не пишет, рефреш не пишется, понял, почему минус рефреш пишу. О, жесть. Ребят, ну, в общем, такой получился видос. Спасибо ребяткам, кто помогал, кто участвовал. Ну, не знаю, вроде было фаново. В начале, конечно, такие какие-то качели были непонятные. Но, если честно, вот реально, как я вот эту задумку видел, я, если честно, ожидал чего-то большего. Но я думаю, мы немного передержали, ребята чуть подапались. И уже вот эти 60 урона просто не вытаскивали. Так что такая тема. Ребят, вам в целом понравился видос? Ну, как, в исполнении, в участии? Ну, да, конечно. Прикольно. Да, было. Правда, очень круто. Спасибо, что позвал. Во, ребята, вам спасибо, что помогли. От души за то, что принимаете участие, как говорится, в росте канала, в развитии, в фановых таких видосах. Ну и, в принципе, ребятки, все. Всем спасибо, кто посмотрел. Обязательно поставьте лайк. Не забудьте написать свой комментарий. Понравился ли этот видос вам вообще в целом? Что-то, может быть, добавили бы? Не знаю. Но, короче, ребят, всех с Новым годом, 2023-м. Всем успеха. И, конечно же, кто с вами был? Ксеназис и... До скорого, ребятки, вам тоже спасибо и пока. До свидания. Давайте, пацаны, красави. Спасибо за игру. Во. Красавчики, пацаны.